Узнать о перспективах развития своей территории 12 апреля пришли порядка 100 человек. Жители микрорайона Кудринка интересовались решением общественных вопросов, установкой площадки воркаут и асфальтированием дорожек. Вы вот этот вот нам асфальт, вот этот, пожалуйста, снимите, по которому ходят ветераны войны, дети спотыкаются. Три двора по улице Октябрьской будут комплексно благоустроены. Их выбрали по результатам голосования на портале «Добродел». По желанию жителей на месте площадки установят тренажеры и положат резиновое покрытие. Будет также проведена реконструкция спортивного стадиона и объединение всей территории в один большой комплекс. Общая площадь составит 150 квадратных метров. Все средства на облагораживание территории будут задействованы из бюджета города. Тротуар будет проходить вдоль детской игровой площадки. Соответственно, мы этот тротуар будем рассматривать вопрос для продления, чтобы людям было удобно ходить к парку «Березовая роща». На дворовой территории имеется существующая уже парковка, но, к сожалению, парковка она сама не заасфальтирована. За счет этого мы будем производить асфальтирование этой парковки, чтобы не разводить грязь и людям было удобно парковаться. После общения с жителями Евгений Жирков прошелся с экскурсией по всему микрорайону. Больше всего жалоб от жителей поступило на заброшенное здание по улице Текстильщиков и Октябрьской. В этом здании раньше располагались казармы для рабочих. В настоящее время дом расселен. Его относят ко второй половине 19 века. Он также является памятником архитектуры и не подлежит сносу. Как быть с этим домом и другими заброшенными зданиями в Кудринке, жители обсудили с главой района. Евгений Жирков пообещал найти решение этого вопроса в ближайшее время. Если серьезно подходить к этому вопросу, надо разбираться. Без сомнения, значит, бомжатник чистый. Нехорошо, когда есть такие здания на территорию, и реально охрану не выставить, и ни у кого сил на это нет, и средств. В данной ситуации надо решать просто более оперативно и принимать какое-то решение. Я думаю, что мы в течение апреля решим, каким путем дальше пойдем с этим зданием. Инга Лапикова, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.